погнали, погнали, погнали! Страшные бойцы, УАЗ-заводы, да что вы делаете? Все! Доброе утро, друзья! Хочу погоду вам показать. Смотрите, Оренбург. Сегодня у нас плюс один, плюс один, плюс один. В ночь у нас минус один. Написано «снег с дождем». Вот, посмотрите на лобовое стекло. У нас декабрь. Снег весь сошел, так как идет дождь. Ночью небольшой морозец. Корочка есть, а внизу грязь. Приехали мы на место сбора. Первая горочка, будем преодолевать. Возьмем разгон вот от этой метки. Так, привет. Привет. Напоминай про резину. Шипы. Шипованная Туя. 215-65 шипы. Как поедешь? Первая пониженная, заблокированная. Все, поехали, пробуй. А, кумка. Но это не шипы, а как она называется? Да, я вроде подожди. Ясно. Как поедешь? Первая пониженная, заблокированная? Да. Ну давай, поехали. Так, ну посмотрим разницу с резиной. Вот. Просто-напросто разница. Кажется на самом деле, что очень легко. Но нет. Стоп! Корпус машины, поехали! Вот и думайте про резину, на чем ездить. Все, хорош. Первая повышенная. Прям разгазовывай. Давай. Тут уже вопрос в резине. Однозначно. Три корпуса. Три корпуса. Чтобы была инерция. А вот это уже, ребята, прикольно. Назад. Итак, четыре корпуса. Взяли четыре корпуса. Но тут уж должен заехать. Пять корпусов. Пять корпусов. Все. Привет. Напомню про резину. Это липучка у тебя, да? Бриджстоун, липучка. Ну давай, пробуй. Что-то потихонечку. Да ладно. Ну, разгоняется неплохо. И заезжает неплохо. Так, шипы. Nokian, да? Все, у тебя автомат или механика? Давай, поехали, пробуем. Вот, смотрите, у кого более-менее нормальная резина, все заезжают. Шипы 215, да, у тебя? Да. Первая повышенная. Давай, мочи. Вот, смотрите, Нива на шипах. Первая повышенная. А чуть-чуть не хватило. Блокируем мерсевой дифференциал. Первая повышенная. Давай, поехали. И все равно что-то не так. Вторая пониженная, правильно? Заблокирован дифференциал. Поехали. Вот посмотрим разницу между первой повышенной
И вторая пониженная. Чего-то не хватило. Вторая повышенная, минус корпус. Нет, что-то не хватило, да? Или цепанется? Мило, шипы. 205-я у тебя, да? Первая повышенная. Заблокированный? Давай. О, поинтереснее. Я думаю, будет успех. И успеха у нас пока нету. Вторая пониженная. Давай, разгазовывай. Поехали. Посмотрим, вторая пониженная. А уже, наверное, просто разместили. Так, взяли полтора корпуса. Повышенная. Отлично. Больше разгона. Вот заваренный мост у него военный, а резина, сейчас покажу. Так, сталкер, МТ-шная вот резина. Ты про свой конфиг расскажи автомобиля, а то я что-то забыл. У тебя заварка сзади слайд, да, по-моему. Заварка спереди и сзади. Ну и все, 33 колес. Да, и по-моему двигатель у тебя даже не инжекторный. Нет, карбюратор. Это 17-й. И там сколько? 76 лошадиных сил. Ну ты возьми давай на корпус подальше. Попробуй разгон. Ну, давай корпус. Травиться надо. Ну, у нас пока никто не травился. Да. Давай. Все. Поехали! Ну, корпуса 3, наверное, ребят. Корпуса 3. Чтобы у него инерция была. Примерно 5 корпусов автомобиль. И не вывез, не вывез, не вывез. Здорово. Напомню про автомобиль. Резина у тебя шипы. Да? Лауфен, китайский. Китайский. Поедем как? Без блокировок сейчас. Давай, пробуй. Ну, чувствуется, раскручивает, прям чувствуется. Сейчас как? Межосевую просто заблокирована. Межосевая заблокированная. Ты как, просто в драйве, да? Тут, видно, электроника вмешалась. Заблокировались полностью. Давай, в драйве. Корпус машина. А в драйве чувствуете, как она прет? Два корпуса берем.
Смотрите, 4 корпуса, ESP. Все, зашел. У вас первая повышенная, давай. Так, теперь первая пониженная. Как хочешь, езжай. Так, взяли примерно 3 корпуса. Ну давайте, 4 корпуса. Ну, наверное, не знаю, корпус уже сколько, но прилично. Уже автомобили с первой точки. Никто не хочет выезжать. Никто не хочет. Все кнопки нажаты. Результата нет. Другое упражнение. Спуск с диагональным вывешиванием. И скользкий подъем. И причем подъем высокий. Напомню, у этой Нивы задняя 100% блокировка. Так, и впереди у него самоблок. Вот сейчас мы сравним. Две короткие базы с лифтом. Вот эта машина у нас будет с блокировками вся полностью. И резина примерно одна и та же. И сравним вон с той Нивой тоже. Молодец, смог. Ну что, Туарег решил попробовать. Но не знаю, если у него база длинная такая. Давайте посмотрим. Ну давайте посмотрим, фаркоп он цепляет. Здесь шипы. Ну давайте посмотрим борьбу шипов, обычной резины и базы. Длинная, короткая база. Просто инерции чуть-чуть не хватает. И я скажу, что задний фаркоп и передний бампер прям впритык. Прям вот, знаете, элементарно впритык. Говорю, давай вытащим. Нет, говорит, подожди. Не все, говорит, кнопки волшебные нажал. Все, давай, хорош, хорош, хорош. Началось время тросов. Может, это? Напомню, динамические тросы делает наш товарищ в Оренбурге. Ссылочку оставлю. Очень хорошо отрабатывает, тянется. Любая толщина 16, 19, 22 миллиметра.
Так, все меры предосторожности у нас. Вот так вот утяжелитель. Чтобы в случае, когда трос рвется, не летел он прямо. Чем хороши динамические тросы, нету жесткого рывка. Он как бутылка из-под шампанского. Федор, расскажи про динамический трос. Ты чувствовал какой-то рывок? Или, просто он как резинка растянулся и потащил, да? Рывка не было. Вот. Вот я говорю, наш товарищ. Первый раз. Первый раз вообще да, пользуешься? Новый. Ну вот. У нас все, в принципе, с нашей группы пользуются этими тросами. Переходите. У короткой базы преимущество есть набрать хода. Вот как здесь. Здесь просто база короткая. И он раз по инерции и выскочил. Так, вот про эту Ниву говорил, сравнить. Тоже лифт. Резина, в принципе, такая же. Вот. Но никаких блокировок нет. Все, поехали. Вот, заметили? Перед этим, перед этой Нивой проехала короткая база с рывком, да? И вот сейчас здесь посмотрим. И здесь резина стоит не шипованная. Все, весь базар в резине. Какая бы она дорогая ни стояла, зацепа ноль. Встал в диагональ. Все, ребята, все. А диагональ такая приличная. Так, вытащили Ниву. Ну, здесь очень-очень такое прикольно. Что здесь получается? Заезжает в яму. Колеса. Но резина здесь для лета больше. Больше для лета. Сталкеровская. Крупная, грязевая. Получится. Давай, 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 давай. Молодец, молодец. Чуть на бок не лег. Нет, давай сюда. Бесстрашные бойцы. У вас завод. Да что вы делаете? Все. Бензин отходит. Ну молодец. Лайкос, ребята, лайкос. Так, Шевролет у нас. Ой-ой-ой. Че ударился? Так, ну посмотрели, что у нас тут хрустнуло. Визуально ничего не увидели. Нет, ничего не видно? Нет. Ну ладно, хорошо. Так, вот эта Нива, которая проехала ходом. Сейчас мы ее остановим внизу. Давай, 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 еще. И все равно выезжает. Просто так, шипы. Евгений еще раз пробует. Вот, такая же была раскачка. Столько же хода. И резина другая. И все. Шипы
Да, зимняя, любая зимняя резина. Бесполезно. Резина. Вот, сейчас возьмет больше еще. Ну давай. Давай, погнали, погнали, погнали. Первая повышенная. Не, все, это резина. Все. О, хорошая раскачка, хорошая. Молодец! Шипы. Стоп. Давай, попробовали. Поехали. Все, поехали. Все. Ну, расскажи, у тебя шипы же, да? Да. А что за резина? Бриджстоун Близзак. Бриджстоун Близзак. Самая лучшая резина, да? А самая резина. Резина 195, по-моему, шипованная кама. Тихо, 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 тихо. Все, поехали. Смотрим, как длинная Нива едет. Но опять же, хочу сказать, узкая резина, зимняя. Да. Да. И все. И база длинная, и проезжает. Ну, как впечатление? Не понял. Вот, давай еще раз проезжай. Так, вот, смотрите. Кама, обычная кама, вот здесь давай покажем. Так, так, это 195-е, правильно? А, 175-е. Вообще 175-е. Я даже думал, что... Короче, узкая резина. Уже какой раз убеждаюсь, что нехрен ставить широкую резину. Два надо. Так, у вас патриот. Водитель, надеюсь, неопытный, да? А Наталья, она же мало ездит? Татьяна. А, Татьяна, да, извиняюсь. Она же мало ездит? Ну, вообще практически. Вообще практически не ездит. То есть вот, пробует. Но я думаю, он, наверное, здесь уже и останется. Потому что резина такая же, как вот на Ниве, которая не выехала. Не зима, а грязевая резина. И тем более вес, да? Не, не, все, это бесполезно. Так, Федан самостоятельно сел за руль. Я говорю, что, ну, не поедешь ты, не поедешь. Не верят. Говорит, сейчас, говорит, выйду. Че, как выйду, если автомобиль встал в диагональное вывешение, переднее, заднее колесо, а эти вывесили, все, свободный дифференциал и все. И все. Она хоть туда-сюда ездит. Да, 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 да. Эх, Федан, Федан, жена хоть ездит, а ты, елы-палы. Катался здесь шипы, два самоблока. Так, потихонечку. Не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Ага. Пробуй. Давай, пробуй. Ну, давайте посмотрим разницу. Так, разница, что-то мы пока не увидели, да? На фаркопе? Так, ну что, повис на фаркопе. Самоблоки срабатывают, слышно, да? Ну, все на этом, фаркопы. Тем временем, Нива у нас, где приезжал у нас УАЗ, на нормальных колесах, да? Заехал. О, блин. Повис просто-напросто. Реально скользко. Но красавчик. У меня жесткая так тропа. Ну у нас только. Тише, 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 тише. Тише, 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 тише. Все, поехали. Давайте посмотрим. Подожди, подожди, подожди. Там что, посмотри? А,
А у тебя фаркоп? Да, вот эта болезнь я по себе знаю. Вот эти фаркопы установленные. Тоже у него через квадрат сделано. Тоже мешает. У меня такая же проблема на длинной Ниве. Всегда вот чиркаю вот этими фаркопами. Еще один патриот. Электроблокировка задняя. Газуй! 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 Давай! Вот смотрите, хотя и встравился полностью, видите? На сборочке газ. Да подожди, а что, у него резина тоже не шипована, у тебя летняя что, резина стоит? Вот молочек. На летней резине приехал. Заводская. Так, эксперимент, летняя резина. Летняя травленная резина. А он стравился хорошо, я смотрю. Да, больше хода, больше хода. Вау, на летней резине, вау у вас, да? Красавчик. Расскажите проблемы. Согнули, да? Да. Это когда ты уперся, да, бампером? Ясно. Вот бампер сваренный, интересно. Вот таким образом, сварочкой. Вот человек самостоятельно занимается сваркой. Можете обращаться, да? Да. Бесплатная реклама. Говори, конечно. Куда, как. Студия Выхлоп. Студия Выхлоп, Оренбург. Привет, да, от нас привет, да? Нива 007. Да. Приезжайте. Я не знаю, с этой резиной, мне кажется, не поедет. Давай, 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 давай! Давай, да у вас! Пробую, говорит, такого не может быть. Ох, ё! Ну, опять! Ладно, пятерочка, да? Ой-ой-ой. Делика нет. Так, смотрим динамически наш трос, как работает. Поехали, поехали, поехали. Мягенько, мягенько и вытаскивает. Это смертельный номер, вот как хотите. Могёт, могёт. Давай, 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 давай. Фаркоп, да? Фаркопом. Нет, давай. Назад тогда надо вытягивать сразу, да? Все. Все? Теперь все. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Потихоньку. Не-не-не, упрёмся. Оп! Нет. Нет. Щука он упирается. Выезжай назад. Все, стоп, 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 стоп. Назад.
Или вот на этом. Назад! А, сломаешь бампер! Назад выезжай! Не, он назад не выйдет. Выдергивайте назад! Старайся, понял.